Всем привет из солнечного Кыргызстана. Я сейчас нахожусь в городе Бишкек, на самом крупном рынке Азии, Дордой. Сейчас в Киргизии, я думаю, вы многие слышали, активно развивается пошив одежды. Зайдите в любой шоурум, московский, либо любого другого региона, и вы увидите Made in Kyrgyzstan. Приглашаю вас на свой шопинг-тур. В этом шопинг-туре вы получите прямые контакты фабрик, контакты байеров, фотостудии, фулфилментов, в общем, все то, что вам поможет развиваться и зарабатывать деньги. Через год, а может чуть больше, здесь будет просто все заполнено русскоязычным населением, россиянами, поэтому успей занять свое место. Всем привет, меня зовут Юлия Зигура, я недавно вернулась из Киргизии, была на фабриках верхней одежды, а также посетила крупный рынок Бишкека Дордой. Посетила его не один, не два раза, раз семь я там точно была, и то я его весь не обошла, настолько он огромный. Маленькая Киргизия хорошо закрепилась на рынке самопошива и имеет постоянных заказчиков из России, Казахстана и Узбекистана. В основном на фабриках отшивают верхнюю одежду, спортивные костюмы и худи, пальто, твидовое, стеганое, кашемировое, искусственные шубы. Каких только нет платьев, и обычные повседневные, вечерние, праздничные. Деловые костюмы и пиджаки, брюки и юбки, детская одежда, футболки, рубашки, водолазки, мужские, женские, детские. Почему Киргизия? Самопошив дешевле, чем в Китае и в России. Вот эти вот 1200 сомов, да? Доставка быстрее и дешевле. Например, доставка из Китая в Россию составляет в среднем 30-40 дней, если повезет. А еще, учитывая все эти моменты с ковидными ограничениями, что до сих пор в Китае витают, то это может быть намного дольше. Доставка из Киргизии в Россию 7-10 дней. Разница, я думаю, ощутима. Для кого подойдет эта поездка? Для действующих селлеров, чтобы найти высокомаржинальный товар, снизить себестоимость действующих позиций и зарабатывать еще больше. Для владельцев пошивочных цехов, чтобы перевести свой бизнес на аутсорс, часть бизнеса или весь. Для владельцев офлайн-точек и шоурумов, а также для начинающих селлеров, чтобы найти какую-то высокомаржинальную позицию, прокачивать свою карточку и зарабатывать еще больше. Для инвесторов в этой поездке можно найти себе нужных, важных партнеров. Приглашаю вас посетить Киргизию вместе со мной. Это 5-дневный бизнес-тур, который станет точкой вашего роста. Чего ожидать от 5-дневного бизнес-тура? За эти дни вы посетите рынки Мадина и Дордой, проведем вас буквально за руку, покажем, из чего и как шьют местные фабрики, покажем и расскажем, где закупается сырье, как не напороться на мошенников, как отличить качественный фабричный пошив от домашнего пошива на коленке буквально. Опытные байеры познакомят вас с представителями фабрик, расскажут, на что обратить внимание при выборе поставщика. В дальнейшем вы сможете выстраивать рабочие отношения с байерами, которые станут вашими руками и глазами тут, в Киргизии. Посетим фабрики, увидите производство вживую, лично пообщаетесь с владельцами, сможете задать волнующие вопросы и обсудить все тонкости и нюансы будущего сотрудничества и уже оформить заказ на месте. Для хорошей продажи очень важна визуальная составляющая товара. На маркетплейсах она передается через фото. Чтобы в России сделать качественный хороший фотоконтент, нужно выложить кругленькую сумму. В бизнес-туре покажем, как делать фото всего лишь за 500 сом. На наши деньги это около 380 рублей. Вот эти вот все фотографии входят в эту стоимость. Модель вы тоже можете подобрать из каталога. Плюс видеообзор на модели. А где в Москве можно найти за такую стоимость вот такой шикарный контент? Обязательно посетим проверенные фотостудии, и это еще один контакт в вашу копилочку. А еще посетим Fulfillment, увидите, как товар маркируется, не отходя от кассы буквально. Теперь не обязательно товар тащить к себе домой, от вашего имени проверят на брак байеры, отмаркируют и отправят от вашего имени на маркетплейс весь товар. В этой поездке каждое ваше действие будет наслаиваться на следующее действие, превращаясь в целую цепочку новых знакомств, идей, вдохновения, чтобы делать и действовать. Вы получите ценные контакты, увидите всю внутрянку этого бизнеса. За эти 5 дней у вас появится четкая картинка, как правильно выстраивать свой бизнес. Ну и на десерт. А вы знали, что Киргизия является горной страной? 94% территории страны находится на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Побывать в Киргизии и не побывать в горах – это преступление. А значит, вас ждет невероятное приключение в горы.
неописуемая природа и заряженный воздух. А еще, конечно же, мы вкусно поедим. Я вот сейчас говорю, мне слюнки текут, весь центр Бишкека утопает в ресторанах. Если у вас появился интерес, если вам хочется в наш бизнес-тур, оставляйте заявку, мы вам отправим программу 5-дневного тура. Ну и, конечно, времени все меньше. Поехали в Киргизию!